за постоянными ссорами. Неужели сложно выкроить 2 часа своего драгоценного времени и пойти погулять с Алисой? Юра! Они не заметили, как потеряли самое главное. Поезд вошел внутрь и пришел без нее. И теперь, чтобы выбраться из кошмарного сна, им нужно распутать клубок пугающих обстоятельств. Куда за одну ночь мог исчезнуть огромный аттракцион? Да так, чтобы об этом никто не знал ничего. Сергей Горобченко, Виктория Толстоганова, Нина Русланова. В фильме «Найди меня». Вся эта история с исчезнувшим аттракционом все больше и больше обрастает мистикой. 10 декабря в 19:50. Премьера на русском «Иллюзионе».